Здравствуйте, друзья! Сегодня решил приобрести электрический триммер. Fine Power называется. Fine Power. Мощность 600 Вт. Леска 1,2 мм. И телескопическая штанга. Вот в комплект кожух идет. Кожух пластмассовый. Ручка и инструкция. Ничего сложного как бы нету. Попробуем, как будет работать. Цена вопроса 2000 рублей. Недорого. Посмотрим. Собрал быстро. За одну, до 2 минуты ручку прикрутил. Кожух поставил. Обороты. 12 тысяч оборотов минуту, заверяют производитель. Посмотрим. Сейчас. Ширина скашивания 25 сантиметров. Леску-то можно и потолще ставить. До 2 миллиметров якобы. Звездочку или квадрат. Посмотрим. Имеется защита от перегрева. Леску надо поменять, хорошую поставить. В итоге вот немножко покосил. Все время останавливается, срабатывает остановка. Это вот для тока мелкой, для мелкой это, травы. Густую траву не берет. Перегревается, выключается. Берите помощней, кому надо. Так, это мелко, для мелкой травы.